Кто что определяет, лидер системы или система? Я думаю, лидер. В данном случае лидер. Лидер. Он ее создавал и создает под себя. Это он использовал в Конституции те самые моменты, которые, от которых надо Конституцию нашу освободить. Я имею в виду, что они там, ведь, в общем, Конституция наша это дает права самодержавные первому лицу. Это никуда не годится. И мне думается, этим придется заняться. Ну вот смотрите, а допустим, он... И даже наделал... если он не хочет, не хочет, то вот эта болотная экспедиция и Сахаровская, она толчок вот такой дала всему обществу, это будет продолжаться. И если реакции не будет, то она выйдет и на площади, она выйдет на все, может выйти и на палатки, на что угодно. Я столько живу в политике, я сохраняю какой-то позитив к нему в отношении. Я думаю, что если он возьмется, и вот, вот он сколько наговорил сейчас, если он это просто устроил для того, для отвода глаз, нас, так сказать, дураков считать, ну, я скажу это, он проиграл тогда уже, уже тогда проиграл. Михаил Сергеевич, ну вы всерьез считаете, что человек 12 лет был одним, а на 13-й год вдруг радикально изменяется? Бывает 20 лет один, а на 30-е годы меняется. Это все. Дело не в том, что так хочется измениться, а потому что ситуация сейчас такая. Я прочитал в газете, что на этой Болотной площади было 64% с высшим образованием. Это новое поколение входит в жизнь. Оно образованное. Оно ведет себя, потому что неузнаваемо, безобразие, как ведет себя. Ни мусор за ней не осталось, за этим ничего. Ни драки никакой не учинили. Это что-то невероятное просто. Вы иронизируете, но на самом деле, ну, как вы считаете? Ну, как иронизирую, когда меня это удивило, приятно удивило. И я прямо открыто сказал. Да, это вот уже вступает новое поколение. И с ними надо считаться. И их и мороз не останавливает, я думаю, не остановит и другое, если они пришли к такой позиции, к такому выводу. А как вы полагаете, насколько Путин готов к силовому решению проблем? Я думаю, он не пойдет на это. А что может его заставить пойти на это? Страх. Не пойдет он на это. Страх перед тем, чтобы применить силу? Нет, да, именно страх, чтобы применить силу и потом быть ответственным за это. Но если те, кто пришел на Болотную и на Сахарова, будут продолжать свои действия, в какой-то момент у власти может возникнуть соблазн применить силу. Соблазн возникает. И у меня возникали. А вас что удерживало? И уходили так же, как возникали. А вас что удерживало? А? А вас что удерживало? А вот то же самое. Все-таки понимание того, что это самое крайнее такая позиция. И она все равно. Я вообще был же. Мое кредо это все-таки сделать без крови было. Не обошлось. Ну, такую империю, как нашу, развернуть. А почему вы уверены, что у Путина такое же кредо? Нет, у него не такое кредо. У него не такое кредо. Он другой человек. Совершенно другой человек.